Всем привет, друзья, с вами Тимпос, и мы продолжаем играть в игру Age of Civilization 2 за Польшу в 36-м году, уже 38-й год. Мы, в принципе, одну серию один год проводим в игровых. Вот, мы в прошлой серии захватили часть Чехословакии, а оставшуюся часть подчинили себе, вассализировали. Теперь это наше марионеточное государство, которое, надеюсь, будет нам в дальнейшем помогать. Также в этой войне наши союзники венгры и румыны захватили значительную часть югославских земель и увеличили свою экономическую и военную мощь этим самым. Румыны получили 4 территории, а венгры, если я не ошибаюсь, 7 территорий. Произошел небольшой сбой, в конце предыдущего ролика я не сохранился, и когда сейчас заходил обратно в игру, меня, так сказать, выбросило на момент подписания мирного договора с Чехословакией и Югославией. Поэтому, если вы внимательно смотрели, то данная территория в предыдущем сейве отошла венграм. В этот раз они вместо нее взяли какую-то из южных земель. Я не знаю, какую именно. Вот. Но это не суть. Важно, как бы наш вассал имеет сейчас на одну территорию больше, чем в предыдущем сохранении. Как бы, ну, так получилось. Я думаю, ничего в этом страшного нет. В принципе, что мы сейчас имеем на наших территориях? У нас есть вассал. Я послал улучшать с ним отношения. Мы улучшаем отношения с Данцигом, с Румынией, с Чехией. С Венгрией почему-то нет, а у нас с ними так хорошие отношения. Окей, с этим мы разобрались. Мы уже достаточно сильны в Европе, я так думаю. Но даже если мы нападем все вместе на Рейх, я думаю, что мы отгребем. У Рейха 203 тысячи экономика. У нас 86, 32, 52, то есть 160, ну, то есть 1180, 190. В общей сложности у нас на 4 страны экономическое развитие. Ну и технологии, конечно, у Рейха гораздо лучше развиты. Нет, мы получим звездюлей при нападении на Рейх, поэтому мы нападать пока на него не будем. Надо усилиться балканскими странами. Не знаю, буду ли я их вассализировать, имеет ли это смысл, потому что недалеко. Хотя, ну, посмотрим, как пойдет. В идеале, конечно, я все это дело захвачу. Хотя, может быть, эстонцев вассализирую. Я еще не определился. В любом случае, сейчас нужно ассимилировать захваченные территории чехословаков. Я уже дал соответствующие поручения своим войскам. Так, нужно экономику обратно вернуть на круги своя. Исследование. Давайте 15%. Экономика. Или давайте на 20 поставим. Сейчас как пойдет. 20%. Инвестиции. Инвестиции 45, пусть 45 будут. По-моему, благо я тоже повышал. Давайте инвестиции. Просто думал, может, чтобы население росло. Нет, пусть инвестиции будут. Все, нормально. Нормально. Делаем ходы. И просто пока что ждем. Подождем какое-то время. Нам объявляют войну. Оп, что? В смысле? Швеция и Чехословакия объявили на войну. Замечательно. Присоединил себе Чехословакию. У нас мало того, что перемирие было, так они еще и мои вассалы. Нормальные отношения были. Вот гондольеры. Ну, придется вас захватывать. Вот поэтому я не люблю вассалов. Хрен угадаешь. Подождите. Что такое желтый цвет? У них какие-то договоренности есть? Секундочку. Я не поняла. Подписал пакт о ненападении, допустим. Право прохода войск. Что за заговоры за моей спиной? Я не понял. Вы гляньте на эту хрень. Чехи законтачились со шведами, решили на меня напасть. Так, давайте посмотрим на экономическое развитие шведов. 44 тысячи. Нет, ну я-то их, думаю, разнесу с помощью союзников, к тому же. Ну, давайте. Так. Как бы вариантов нету, поэтому приглашаем всех в войну. Вначале давайте с чехами пригласим. Так, а как мне быть? У меня территории... на воде имеются. Блин, придется, видимо, отбиваться. Давайте вначале с чехами разберемся. Потом уже со всеми остальными. Только решил экономику подправить. Ну, значит, будет у меня сейчас шведская колония. 36%. Исследование убираем. Да ё-моё. Все, плюс 3000 у нас заход имеется. Ну, погнали. Чтобы им пусто было, блин. Вероломные ублюдки. Так, или, может быть, создать на наших границах. Просто Чехию, я думаю, мы и так как бы дернем. Давайте здесь создадим какой-нибудь... 5000, наверное, слишком жирно. Давайте 3000 поставим здесь, солдат. 3000 здесь и... Ну, блин, здесь много городов. Я даже не знаю. Давайте в Ригу. Уведем войска в Ригу. Так, думаю, будем ее оборонять. Ну и главное, чтобы здесь они... Блин, а ну Данциг они могут захватить. Ладно, посмотрим. Так, союзники вступают в войну. Теперь надо, чтобы со шведами не также вступили в войну. Потому что мне может понадобиться помощь. По крайней мере, отвоевывание своих земель. У меня сейчас все войска на юге. Я не знаю, откуда они на меня нападут. Так. Я просто не помню, какое войско туда зашло. Насколько сильно оно было. Здесь по 400. Ну чё, венгры, румыны. Продолжаем. Придется Чехию до конца захватывать. Так, здесь есть... Не понял, никого не присоединились, нет? Все нормально. Все хорошо. Так, дальше. Ты идешь сюда, ты идешь сюда. Эх, а хотел колонию себе чешскую. Видно, не судьба. Чехи категорически против. Хотят со мной воевать. Мудозвоны. На всякий случай все-таки войско сюда поведу, потому что мало ли, кто у них там на границах пасется. Блин, иду, может быть, попытаться как-то отбиться от них. Давай 1000 сюда. 1,5 сюда, 1,5 сюда. Здесь еще создам. Потому что в идеале, конечно, их просто не пустить на свою территорию. Нет, здесь можно 2000-е войско. Нет, не отправлять, я так думаю. В таком случае переместить в... Пойдет оно у нас... Куда? Давай сюда. Тут поближе. Но у нас на десант будет направлено. И 800 тоже переместить сюда. Но оставшиеся силы я перемещать не буду. Я их на аннексированные территории распределю. Захват, захват. Все. Чехия получила звездюлей. В чем был смысл на меня так нападать? И почему у Венгрии есть очки действия? Они же не принимали участие. А, ну они сражались, в принципе, ну ладно, хрен с ними. Так, хватит мне очков, чтобы захватить? Не хватит. Придется таки вассализировать. Видимо, Чехия была слишком большая для вассализации. Сколько надо? 21 очко. Так, 15, 3, 3, 4. Ну вот, 21. Попробуем еще раз, наверное, вассализировать, я не знаю. Еще 6 территорий у них отжали. Надеюсь, сейчас они и не будут. Так, и мы, кстати, с австрийцами теперь граничим. Это хорошо, если вы понимаете, о чем я. Требовать вассализации. Делаем ход. Допустим. Дипломатия. Они по-прежнему со шведами пытаются дружить. Мне это не нравится. Можно как-то прервать их отношения? Ладно. У нас с ними плюс 22 мнения. Чего они войну объявили? Улучшать отношения. Все, давайте. Так, сколько у нас здесь осталось отрядов? Не так уж и много. Надо по соточке в каждый регион, наверное, разместить. Ну или сколько получится. Угу. А еще и ассимилировать, блин, их надо. Твою мать. Денег-то у меня уже на ассимиляцию нет. Надо поднакопить и все-таки ассимилировать, потому что потом буду с этим долго еще мучиться. Дипломатия. Нет, не дипломатия нужна. Ассимилировать. Есть. Делаем ход. Пока, я так понимаю, они на меня еще не нападают. Я бы это видел. Что это? О! Литва предлагает сформировать коалицию против Швеции. Принять. И что это значит? Так, призвать союзника. Давайте я призову Чехословакию. Я вот сейчас не понял. Литва, ну допустим. И что будет, ты в войну вступишь? Или как? А, Литва уже воюет, да. Ну, отлично. Пусть тоже что-то тут делает. Я потом Литву захвачу. Ну, шведы будут время от времени какие-то отряды отправлять в атаку. Да, Чехия вступила в войну со шведами. Меня это устраивает. Ну, видите, пришлось нам территории еще чутка расширить. Потому что чехи были какие-то дурные. Так, сперва... Что это? Фу, я испугался, думал, опять мне войну объявили. Понимаешь, что свободу все любят, но есть же здравый смысл. Я уже просто на 36 ходов, на 30 ходов ассимиляцию ставлю. Лишь бы, блин, поставить. Так, какая из территорий моя, какая нет? Краков, Нью-Сандек. Где режимы карты? А, все, везде ассимиляция производится. Отлично. Замечательно. А что мне еще 700 отрядов здесь делают? Я что-то про них забыл. Ладно. Так, все. Теперь оставшийся кэш будем сюда вкладывать военное дело. У нас здесь только один порт в Риге. Ну, я так понимаю, значит, надо концентрировать свои войска именно в ней. Сколько нам понадобится войск для того, чтобы захватить Швецию, я, честно говоря, не знаю. Думаю, нужно поднакопить их и как бы жахнуть. Здесь у нас есть 5000 солдат, и здесь тоже 5000. Ну, допустим, чуть больше, 6. Ну, 11 тысячами мы Швецию не возьмем. Что-то мне так кажется. Ну, давайте хотя бы основные территории захватим. Надеюсь, получится. Ну, на союзников надеяться нет смысла. Потому что они тут какой-то фигней занимаются. По воде союзники плавают крайне плохо. Так, я с чехами начал отношения улучшать? Начал, хорошо. На всякий случай, а то... Я их опасаюсь уже. Немножко конченые вассалы. Так, дальше. Все, попытаемся... данными силами что-то предпринять. Параллельно, конечно, будем еще войска нанимать в подкрепление. Ну, с юга пока не буду переводить резервы. Их к тому же немного, там 1500, если нас соберется, это хорошо. Так. Ну чё, давайте что-то будем придумывать. Я думаю, сюда 100 человек будет достаточно. 2 движения. Ты сюда. Угу. 1, 2, 3, 4, 5. 6 возможных территорий для высадки. Сколько стоит очков? 1 высадка, 1 и 2. То есть я смогу максимум 4 точки высадиться. Ну давай. Тогда вот на этот островок соточку отправим. И на ближайшие 3, которые здесь есть, сюда. Сколько? 1,5. И сюда. Как-то так. Не захватил. Блин. Твою мать, у них везде на несколько солдат было больше. Несколько сот солдат. В итоге нигде не высадился. Хреново. Давай сюда еще соточку. Так, давайте в этот Стокгольм захватим 6000 солдат. Сука. Самое обидное, что союзники-то нам не помогут. Слушай, шведы, давайте мы... У нас плюс 1%. Давайте ничью. У меня нет желания вас это вообще тут гнездить как-то. Просто ничья. Все, отыбитесь от меня. Пожалуйста. Нет, не хотят. Говорят, будем воевать. О, так, блага. Давайте до минимума снизим. У меня все на минимуме стоит и так. Налоги повышать не хочу. К тому же это не сильно-то поможет. Ну, в таком случае что? Крёбаные союзники. Чтобы вам пусто было. В таком случае все наши резервы переводим вперед. Блин, 12 отрядов это... долго. Вначале мы захватили Латвию, потом дали звездюлей Чехословакии, а сейчас занимаемся каким-то, не знаю чем, со Швецией. Надо стягивать все силы. А сейчас надо чутка поднакопить ресурсы. И как-то, наверное, по Стокгольму, что ли, ударить. Я так думаю. Мы его захватим каким-то таким мощным одним ударом. Тысяч на 15-20 солдат. И дальше будем отбиваться. Ну, именно Стокгольм будем отбивать. Я второй раз не захватил? Твою мать. Все? Все войска в движении, никого не забыл. Эх, пусть двигаются. В принципе, если будет флот шведский здесь, в этом море, я его увижу, я так понимаю. Поэтому пока я могу никого не создавать. Дождусь, пока войска придут. В принципе, мне торопиться некуда. Опа. С кем Рейх воюет, кстати? Только с французами. 15 тысяч. Так. К войне с Рейхом я не готов. Это определенно точно. Что у нас тут? Двигаются дивизии, двигаются. 32 тысячи. 37. Я терпеливый, поднакопим. Что происходит? Вау! Это что такое? Финляндия, полегче, ты что творишь? Так, Советский Союз воюет с Финляндией, с Францией и Ираном. Ну, Иран отгребает, я так понимаю. Хотя, однозначно я это не могу утверждать, потому что они на Казахстан уже полезли. Хм. А Франция где осталась? Ясно. Финляндия решила воспользоваться ситуацией. Ну, меня это устраивает. Главное, что Советский Союз занят не мной. Остальное не важно. Так, 57 тысяч. Окей, 62 тысячи, допустим. Так, за 25 я нанимаю сколько? 5 тысяч. То есть я еще найму 5 тысяч. Давайте еще подождем пару ходов. До 100 тысяч золота сейчас накоплю. И после этого начну создавать войска. Ну, просто третью попытку я не хочу делать. Что это? Норвегия предлагает сформировать коалицию против Швеции. Принять. Пожалуйста, ради бога, ребят. Я что, против? Пожалуйста. О, отлично, сейчас Швеция как раз отвлечется. Так, подожди, но я хочу сам тоже Швецию захапать. Румыны пошли в атаку. Так, я что-то туплю. Все. Мобилизейшн. Рига. Мобилизация. Давайте. По фасту все делаем. Очков действия не хватает. Твою мать. Следующий ход. Движение. Так, стоп. Переместить в... Давай сюда. Я в Стокгольм хочу. А, здесь тоже можно? А что ты сразу не выплывешь? У тебя же есть порт. Что за логика конченая? А, нет, это все нормально. Это он... Просто здесь центр моря, поэтому так. Все это я туплю. А, они нормальные. Все отлично. Так, ну я думаю, 10 тысяч для захвата Стокгольма мне должно хватить. Я так надеюсь на это. Я бы не сказал, что норвежцы побеждают. Шведы, конечно, увели часть своих войск, но... Все, 10 тысяч. Так, на следующий ход... Нет, сразу. Давайте сразу Стокгольм атакуем. Три тысячи. Давайте высаживаться. Ага, я в минусах. Опа. Это уже нехорошо. Что-то я не углядел. Не, сейчас нормально. Мы атакуем Стокгольм, потеряем какие-то войска, и все будет хорошо. Сколько их там? 660? Ну это... Что такое? Отлично. Сейчас в плюсе должны быть по деньгам. Да, так и есть. Замечательно. Движение. Так. Давай 2500 сюда. 2... И оставшиеся 300 захватим островок. Отлично. Так. Здесь у нас тоже 9000. Давайте вот сюда. 2000 высадим солдат. Вот так. Делаем ход. Смотрим с действиями противника. Отлично. Сохранение. Шведы пока отвлечены. Меня это более чем устраивает. Тут, в принципе, провинция достаточно компактно расположена. А вот здесь пора как грибок расползаться. Это я умею. Люблю, умею, практикую. А нужны ли мне будут еще войска в подкрепление? А, у меня денег нету на еще войска. Этих ребят тоже не могу высаживать. Ну, надеюсь, справлюсь. Шведы потеряли значительную часть сил в борьбе с норвежцами, я так думаю. А на норвежских территориях они нанимать войска не могут. Это важный момент. Плюс 71%, кстати, уже. Военный счет. Это хорошо. Это 5,7. По 400 отправляем. Дальше. Здесь на 3 делим. И здесь на 2 части. Делаем ход. По идее, экономика у Швеции уже пошла по одному месту. Там румыны, кстати, тоже мне помогли. В принципе. Кстати, а сколько румыны потеряли в этой войне? Я же помню, они там отряд какой-то высаживали. Стой, 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 я случайно... А, нет, все нормально. Шведы. Румыния. 3000 солдат потеряли, да? Румынские дивизии в Швеции. Так, норвежцы, вы там тащите, нет? Ну все, у шведов практически своих родных земель не осталось. Практически. Идем на захват Осло. Продолжаем продвижение. Так, вроде нормально двигаюсь. Смотрим дальше. Отлично. Чё? Болезнь свирепствует в Европе. Чем там в Союзе, блин, болеют? Заражают мне тут население. Так, я не знаю, какое войско захватывает здесь мои территории, какой численностью войска. Меня это, конечно же, немножко беспокоит. Так, давайте здесь 1800 пошлем на всякие пожарные. И здесь сейчас часть войск назад верну. О, Данциг, здрасте. Ты вовремя. Вот здесь могу и не захватить на самом деле, ну да ладно. Стоп. Пойдем здесь на опережение. Очков действия осталось немного. Надо ими разумно распоряжаться. Я думаю, на север надо 200 войска. Там кто-то у шведов есть. Ну, да, давайте на юг. Следующий ход. 600 человек, окей. А, все, это все их войско. Ну, в таком случае... Им трындец. Там еще не 100%. Надо все территории захватить, чтобы 100% было. 80 нет. Я хочу 100%. Мне нужна полная капитуляция Швеции. Захапать их территории прям по максимуму хочу. Кто здесь? Эфиопия? Кому еще Швеция не угодила, блин? Я с Эфиопией не воюю, случайно? Секундочку. Дипломатия. Не, только Швеция. А шведы воюют. Мать честная, что же не миру так не угодили? Эфиопия, слушай, войска прислала... Так, пошли нахрен, это мои территории. Эфиопы. Страх потеряли. Я вам ни клочка земли не отдам. Так, ну здесь, по идее, войск не должно быть у противника. Я так предполагаю. Я не ту кнопку нажал. Отлично. Замечательно. Литва просит право прохода. На кой черт оно вам надо? Вы все равно им не пользуетесь. Так, этих пока оставим здесь. Кто у нас есть тут? В атаку. В атаку. Разделяемся. Давай войска переводить на север. Сейчас мы отобьем эту территорию. Раз, два, три. Нет, одну точку у него отжали такие. Да как так-то? Давайте здесь я на всякий случай разделюсь. Чтобы они не удумали сбежать от меня. Сколько там уже? 91%. Ну, Победа близка. Даже если сейчас повезет, то, возможно, мы победим за один ход. Но тут точно захватываем. Раз, два, три. Отлично. 100%. Теперь давайте приступаем к дележке. Ну, ясен пень. Только мы тут, в принципе, и получим территории. Меня это устраивает. Вряд ли мы всю Швецию захватим. Скорее всего, придется ее делать вассалом. Ну, либо просто оставим ее в покое. Ну, не знаю. Это с южных земель, они самые богатые здесь. Посмотрим, если я вот прям по максимуму попробую набрать, сколько у меня получится здесь территории. Еще одна за пятерочку. Так, стоп. 9. Давайте тогда лучше вот так. Четыре. Как-то некрасиво выглядит сейчас. Что чего-то отказаться. А если вот так. 6, 4, еще одна за четверку. Так что ли? Хрень какая-то получается. Так, сколько стоит вассализация? 42. Захватите, просто оставить их, либо вассализировать. Блин, Швеция дофига большая. Я даже не знаю. Такой вассал может и взбунтоваться. Давайте, наверное, у него территории просто отожмем. Ну, к тому же она на воде находится. Морские страны, как мы уже видим, союзники не очень любят через море плыть. Хотя, с другой стороны, шведы могут нам помочь в войне с финнами и шведами, и норвежцами. Если таковая война будет. Давайте, наверное, вассализируем их. Еще сколько? 42. Сколько у меня всего, если я уже забыл? Ага. То есть мы вообще только всего ничего здесь получим в этом случае. Так, ну я тогда хочу... Давай, потребовать вассализации. У меня 24. Во как получается. Не густо. То есть я могу захватить Стокгольм, их столицу, в принципе. Оставшуюся Швецию вассализировать. Ну, давайте, наверное, так сделаем. Надеюсь, я не ошибусь в выборе. Чего это? Истек пакт о нападении с Литвой. У меня он был. Очень интересно. Все, со Швецией у нас мир. Улучшить отношения. А это что такое? Не понял. Это лаг какой-то? Шведы продолжают воевать с Норвегией? Даже после моей вассализации? Так, подождите. Почему? Со всем остальным миром они заключили мир, а с Норвегией продолжают... Так, норвежцы, мать вашу. Сейчас я кому-то войну объявлю. Почему я желтый, я не понимаю. Какие у нас договора с ней? Пакт о ненападении, 25 ходов. Когда я подписывал с ним пакт о ненападении? Это, видимо, когда мы в коалицию вступили против Швеции. Шведы сами справятся, нет? В принципе, норвежцев территории нету, но у шведов войск нету. Так, давайте один ход подождем. Я просто, не совсем понимаю, что происходит. Все, они заключили мир. Теперь норвежцы воюют только с Данией. Тогда я не понимаю, Почему территории до сих пор оккупированы мной, если я со Швецией не воюю? Что за бред? Ну ладно, потому что объявлю Норвегии войну, и у меня уже территории захвачены. Какой-то лаг, короче, случился, ребят, не знаю. Аннексируем территории, ассимилируем. И расставляем здесь наши войска. Захватили мы Стокгольм. Ну, оставшаяся часть Швеции является нашим вассалом отныне. Надеюсь, они нам когда-нибудь пригодятся. Ну, финны получили звездюлей от Советского Союза. Вот такая вот получилась серия. То есть в этот раз мы воевали чуть-чуть с Чехословакией и чуть-чуть со Швецией. Немножко она длиннее, чем обычно, но ничего страшного. Германский рейх. Давайте глянем, что в мире еще интересного произошло за это время. Немцы воюют, так и продолжают воевать только лишь с Францией. А почему итальянцы подсвечиваются как-то странно? У них какой-то договор с ними есть? Мне интересненько. Ага, у них право прохода с Италией. Дальше Италия. Италия воюет с Ираном. У них друзья Советский Союз. Ну, все пошло, конечно, не по историческим событиям. Ну да ладно. Советский Союз воюет с Финляндией, с Ираном и с повстанцами. А Франция все, да, я так понимаю. Уже с ними не воюет. Великобритания. В войне с Нидерландами, Бельгией, с какой-то неисследованной страной из Бразилии. Ясно. Все понятно. Турция. Опа. Или мне показалось? Нет, нормально все показалось. Или не Болгарию захватили? А, турки болгаров захватили, ты глянь. Разбойники. Так, здесь пока ничего интересного. Что в Японии? Монголия что-то, по-моему, больше стала. Она воюет с Финляндией. А, ну понятно, Монголия — это протекторат Советского Союза. Китай. Ни с кем тоже не воюет сейчас. Япония. Опа. Ну что за хрень? Что за лаг? А может, потому что не исследовано? Ладно, я тоже говорил. Надеюсь, что это просто лаг. Половина Японии отжата кем-то. Неизвестным нет. Тем же, кто и отжал у России. Франция у нас, получается, только здесь и осталась, да? Нет, еще какие-то территории вот голубенькие есть. И в Европе, и в Южной Америке. Ладно, друзья, на этом закончим серию. Она получилась достаточно странной. Пока что я воюю со всеми, кроме Рейха. Ну, скажем так, набираю силы. Надеюсь, что в дальнейшем все получится. Где я? Польша. 122, кстати. Уже у нас 122 уровень экономики. Это неплохо. Ну, во многом насчет захвата Стокгольма, я так думаю. Всем спасибо за внимание. С вами был Тимпос. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам понравилось это видео. И до новых встреч. Всем спасибо, всем пока и удачи.